Привет, мы с вами находимся на реке Яузе, в Таганском районе. И здесь от Яузской улицы, Устинской набережной, тоже реки Яузы, и Астаховского моста через реку Яузу, и до улицы Земляной вал, то есть до Садового кольца, по Ярославской набережной реки Яузы, и Высокояузского моста, тоже через реку Яузу, проходит Серебряническая набережная. Она проходит по правому берегу реки Москвы. Также недалеко от набережной находится и Москва-река. Тут недалеко устья Яузы находится, как раз Устинская набережная, тут именно от устья реки Яузы. И, соответственно, уже Яуза впадает в Москву-реку. Она является притоком Москвы-реки. Набережная с односторонним движением автомобильного транспорта по двум полосам в сторону Яузской улицы. То есть наоборот ее движение. От конца к началу набережной. Река Яуза отделена от тротуаров невысокой декоративной оградой. Длина набережной составляет около 700 метров. Названа была набережная в 18 веке по государственной слободе, которая здесь находилась в 17 веке. И, соответственно, здесь жили серебряники, мастера денежного серебряного двора, которые изготавливали серебряную посуду вот, для царского двора, оклады для икон, нательные кресты и всякие серебряные украшения, серьги, кольца и так далее. Вот. Ну и, в принципе, здесь находится сейчас пока всего один жилой дом, шестиэтажный, под номером 12, построенный в 2012 году. Это жилой комплекс «Артхаус» называется. Он построен на территории в зданиях бывшего московского завода электронной медицинской техники. В комплекс входит 30 апартаментов. Ну и, естественно, те самые современные системы. Кроме того, также на набережной находится заброшенная типография МВД. Двухэтажное здание под номером 11, построенное еще в начале 20 века. Ну, оно уже, в принципе, довольно давно заброшено. И еще также есть два бизнес-центра. Бизнес-центр «Серебряническая 27», бывший жилой дом со сквериком, и бизнес-центр «Серебряный город» под номером 29. Ну, эти нумерации здесь такая довольно нестрогая. Очевидно, многие дома, здания, которые тут находились, они были снесены. Ну, а нумерация уже существующих зданий, она при этом не была изменена. Так вот, бизнес-центр «Серебряный город» построен на месте двора и лабораторного корпуса бывшего тут какого-то транспортного предприятия. И работает этот бизнес-центр с 2007 года. Ну, конечно, на набережной стоит погулять, естественно, вот, в принципе, общественный транспорт сюда не проезжает по набережной, но можно доехать на Китай-город и Таганск, на троллейбусе 63-м, до остановки Яузские ворота, она находится на Яузской улице, и как раз это вот, может дальше от остановки дойти до начала этой набережной. А, собственно, к этой набережной примыкает Серебрянический переулок, он проходит до Яузской улицы, вот, он с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина его составляет около 500 метров. Назван был переулок точно так же, собственно, в 17 веке, да, тоже по мастерам денежного серебряного двора, которые также изготавливали, кроме денег, еще и посуду серебряную, также серебряные оклады для икон, кресты и всякие серебряные украшения. В 18 веке называлась также Троицкая улица по приходской церкви Троицы в Старых Серебряниках. Ну и, собственно, самым главным как раз объектом в этом переулке является именно православный храм Святой Троицы в Серебряниках с колокольней храма усекновения главы Иоанна Предтечи. Здание под номером 1А построен был в конце 18 века на деньги купчихи Суровщиковой, бывшей слободе Серебряников, чеканившихся старшую серебряную монету. Обновлялся в 19-м начале 20 веку. Колокольня была построена в 18 веке, в ней был устроен храм усекновения главы Иоанна Предтечи для поминания родителей Гончарова, который построил колокольню. Вот. Ограда с воротами и крыльцо 19 века. В советское время храм был закрыт, сильно пострадал, в нем был производственный цех и склад студии «Диафильм», но был открыт в 1993 году. Построен в стиле барокко и классицизма, как бы совмещенный, да, вот, ротондального типа, состоит из основного объема на подкрытии с одной главой, трапезной и колокольни. В декоре мы видим колонны портик, декоративную лепнину с христианскими символами, меандровый фриз, бегущие волны карнизы и разорванные фронтоны на колокольне. Вот, ну, все тут сочетается. Колокольня, кстати, поставлена на углу переулка Яузской улицы, одна из лучших в Москве произведений в стиле барокко, ее вертикаль доминирует в окружающей среде до сих пор. Нижний ярус обработан колончатыми портиками с разорванными фронтонами, украшенными лепными картушами. Верхний ярус оформлен пилястровым портиком, в нижнем ярусе была устроена церковь Иоанна Предтечи. Усекновение, главы Иоанна. Вот. Ну, помимо церкви, также здесь находится всего два жилых дома, трехэтажный под номером 4, строение 1, 19 века. На первом этаже раньше были мастерские художников. Пятиэтажный дом под номером 9 в середине 19 века. То есть оба дома 19 века тоже довольно старые. Ну и кроме того, также здесь находится несколько офисных зданий. Рядом с храмом находится отель «Базилика» под номером 1А.
Также офисное здание под номерами 2, 3, строение 2. Мастерские союза художников, здание под номерами 3, строение 3. Вот. Раньше здесь еще находились объединение традиционных буддийских общин в Москве, здание под номерами 4, строение 3. Ну, недавно его снесли в 2018 году, и там, очевидно, будут строить какой-нибудь жилой дом, наверное. Офисное здание под номерами 5, строение 1, строение 2. Автосервис находится в здании 5, строение 3. Кафедра университета дизайна и технологии в бывших палатах 18 века, здание под номером 7. Заброшенное здание под номером 11, конца 19 века. Ну, в 2008 году дом фактически разобрали. Вот. Ну и с тех пор, в общем-то, он стоит заброшенным. Очевидно, там тоже что-то будет строить. Здесь вообще когда-то находился еще не так давно детский музей «Дом сказок», жили-были. Вот. Ну, вроде как он переехал на вторую парковую улицу, дом 18. Ну, еще офисное здание находится тоже в двухэтажном старом доме под номером 13. Также на улице находится автостоянка, идет строительство сразу двух гостиниц, трехзвездочных под номерами 15 на месте бывшей школы «Престиж», и под номером 15, 12 на месте бывшей частной школы «Престиж», и под номером 15 на месте бывшей богадельни начала 20 века и Симоновского суда. Ну, переулок, конечно, очень интересный. Вот. Здесь много таких еще старых зданий сохранилось, хотя сейчас потихонечку идет тут застройка, начинают сносить эти здания, строить новые жилые комплексы, жилые дома. Но все равно еще что-то сохранилось, так что пока не снесли, можно приехать посмотреть. Вот. Ну и тоже добраться так же, как и до набережной, через лучше от метро Китай-город или Таганск, троллейбус 63, на основу Ялские ворота на Ялской улице. И сразу видим вот эту перед нами церковь с колокольней. И вот это как раз идет спуститься туда надо, немножечко внизу находится, это Серебрянический переулок, и прям туда пройти, а там рядом и набережная. Он выводит как раз на набережную. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.